толпа напирала на него. Особенно женщины выкрикивали неистовые слова. Многие размахивали зонтиками, палками, стиснутыми кулаками. Тут же на ступеньках крыльца отставной генерал силился всех перекричать, махая на большевика лиловыми руками. Огромная фуражка поползла по его плеши, под дряблой шеей мотался орден. «Решительнее, господа! Это комиссар! Без пощады! У меня у самого сын красный! Такое горе! Прошу, господа, найдите, приведите ко мне моего сына! Здесь же! При всех убью! Убью моего сына! И с этим не должно быть никакой пощады!» В данном случае вмешательство бесполезно, взволнованно подумал Дмитрий Степанович и, отойдя, оглянулся. Крики затихли. Там, где только что стоял раненый комиссар, взмахивали трости и зонтики. Стало совсем тихо, слышались только удары. Отставной генерал глядел с крыльца вниз, слабо, как дирижер, помахивая рукой над сползшей на нос фуражкой. Дмитрия Степановича догнал нотариус Мишин. Он был в грязном балахоне, застегнутом до шеи, лицо опухшее, в пенсне не хватало стеклышка. Убили, заколотили зонтами. Ужасные эти самосуды. Ах, доктор, а говорят, что делается сейчас на берегу Самарки? Ужасно. В таком случае идем туда. Вы знаете, я в правительстве. Знаю, радуюсь. Именем правительства Дмитрий Степанович остановил офицерский отряд в 6 человек и потребовал сопровождать себя до берега, где происходили нежелательные эксцессы. Теперь уже повсюду на перекрестках стояли чешские патрули. Нарядные женщины украшали их цветами, тут же обучали русскому языку, звонко смеялись, стараясь, чтобы иностранцам нравились и женщины, и горы, и вообще Россия, которая опротивила чехов за годы плена, хуже год появились.